В работе сервиса Сбербанк Онлайн произошел сбой. Это видеоверсия сайта «Моя Москва Онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. По данным портала Down Detector, в работе сервиса Сбербанк Онлайн обнаружены сбои. Об этом заявляют пользователи приложения. В банке подтверждают, что в работе сервиса могут возникать проблемы, сообщает ТАСС. О данных неполадках сообщается приблизительно 16:00. Около 75% пользователей столкнулись с проблемой входа в приложение. 15% говорят о сбоях всех сервисов. Проблема в работе наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Самаре и других городах. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!